Доброе утро. Привет. Вот Варюшка снова идет. Куда? Благодарю. Ты счастливая? Да. Ну-ка покажись, как ты в очках выглядишь. Давай, покрутись. Вот так Варенька выглядит сегодня. Ну и что, нравятся тебе очки? Да. Мне очень нравятся. Я тоже такие хочу, Варень. Где же взять их, а? Ой, кайфушки. В общем, вчера воспитатель предложила детям, ну как, все дети, как и в прошлом году, ходили на всякие представления, да? Да. В этом году приезжает небольшой цирк со всякими собачками, ежиками, обезьянкой, да? Угу. И какие-то еще, ну, типа ростовые куклы, я так поняла, да? В общем, идем, куда мы? В лагерь. Это понятно. В общем, идем на 2 из 3, потому что одно выпадает на 21 число. А у Тёмки день рождения. Да. Вот, и получается, что пропадает одно представление. Обидно, да? Скажи привет всем. Привет. Забрал Варюшку, погода сегодня теплая. Сегодня что, 22? Там не сегодня в ночь, и завтра в ночь. И все, и выходные. А там жара. Куда-нибудь поедем. Ну, тут в кофте жарко, кстати. Вот футболка и ветровка самое то. И то прям печет сейчас. Сильно печет. Хотя 22 сейчас. Школьная тема нас надолго, наверное, еще не отпустит. В общем, мы пришли в магазин Алекс Вилл. Здесь на самом деле гигантский выбор разных тетрадей и еще туда дальше. Но что-то не Варюшке, да, не Тёмке, ничего не нравится. Привередливые вы мои. Ну да, и кстати, здесь большой выбор именно в широкую линейку тетрадей, а вам еще такие нельзя. Да, толстые, да? Тёма, тебе такие в школу это нельзя. Это обычно или широкое? Это обычно, ну как, для математики. Варюш, мы можем пойти в еще один магазин. Вот не толстый. Смотри, там что-то хватит. Хватит пялиться. 1000 лайков, смотри, какая тетрадка. Можно? Тёмка, такие нельзя тебе тетрадки, они толстые для тебя. Я хочу такую. Ну, тебе нравится она? Да, сейчас буду смотреть. В общем, вот такие тетрадки, ясно, понятно, ок, хватит пялиться, и крутяк, ништяк. Варюх такие выбрала, да? Угу. Тёмка, покажи свой мешок. Естественно, с футболом. Ему для футбола у него мешок порвался, в общем, он выбрал с футболом. Ну, пойдем посмотрим, что еще есть. Вчера очки в Тёмке не взяли, поэтому решили посмотреть вот если здесь. Если вот так держать, то нормально. А что, тебе неудобно в них? Да? Тогда снимай их. Они, наверное, кривые. Поищи такие же. Еще, знаете, мне вот здесь украшения понравились. Красивые такие. Приехали на Маркса. Здесь столько пуха. У нас же на районе его нет вообще. Варюх, у тебя даже на волосах пух. У меня еще аллергия на пух. Ну, у Варюхи все сразу чешется прям. Ой, Марк, как снег лежит. Очень много его. Смотри, на пух. Да. Да? В торговом центре Амстердам называется Академия школы магазин. Вот мы сейчас в него спустимся. Он прям очень большой. Поэтому мы идем туда. Вот этот магазин. Вот здесь канцелярия. А вот там еще книги. Ну ладно. Давайте так тогда. Кстати, этот магазин несколько лет назад я рекламировала уже в своем Инстаграм, причем несколько раз. Вот, тогда мне даже деньги платили, я помню. Но сейчас, видите, я езжу сама и беру, например. Вот, так что реклама сама своя действует хорошо, потому что это действительно гигантский магазин с огромнейшим выбором. Здесь, ну вот как видите, вот тетради здесь вот так вот. В общем, выбор прям реально очень хороший. Я снимала на той стороне тетрадки, и вот это вот все, это тоже тетради. С той стороны, то есть получается на 48 листов, здесь уже 12, 18, 24. В общем-то, я не сразу заметила, еще здесь. Ну, то есть, как бы выбор вот здесь тетрадей просто самый-самый гигантский из всех, которых я видела пока что вот в магазинах. Варюнь, давай, выбирай. 4! Где вы взяли? Вот. Это
Ну, одинаковые, да. О, все, 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 все. Они тут все одинаковые. Они одинаковые, Артем, здесь все одинаковые. Мне этот Басик не нужен. Наконец-то. А Басик куда себе? Мой Барсик. А Басик будет дома. Басик будет дома. Барсик. Смотрите, какая классная коллекция. Можно взять все в одном стиле. То есть получается папочки всякие, дневники, тетради и даже сумка и рюкзак. А еще вот этот рюкзак. Он, конечно, и стоит 9000. Видите, какой классный. И здесь еще есть Круэлла. Сейчас, Тёмик, подожди. То есть все в стиле Круэллы. Так, ты давай, положи на место, тебе все не надо. Цветной карандаш нашла, ну возьми его. Красивый. Варёх, не забудь свой тележку. Ну и плюсом от 1000 рублей выдается скидка 10%. Я свою забыла, но от 1000 скидка действует. Вот по карте. Но это отдел, где продаются книги и всякие учебные пособия. Здесь тоже тетрадки, кстати, есть. Можно еще и здесь посмотреть. Вот тетрадки. Вот здесь тетрадки, а вообще здесь огромное количество всяких учебников, книг и всего остального. В общем, магазин действительно большой. Блин, наговорила, как будто реклама, на самом деле нет. К сожалению, в этот раз мне уже никто не платил. Артёмке Макформерс он нашел. Классный, да? Да. Вон какой. Снежок. Аккуратнее, Варюнь. Ну что, мы приехали домой уже, покушали. Если честно, устали. Вот, потому что ходили просто по огромному количеству разных магазинов и собирали по кусочкам то, что хотим купить, да? Ну, точнее, дети выбирали. Вот, ну давайте покажем покупочки быстренько, да? В общем, во-первых, это клей. Клей-карандаш. Но он нужен всегда и везде. Смотрите, сколько его много. У меня даже в руках не помещается. Ну, в общем, его слишком много. Дальше. Тёмка поначалу искал все с футболом. Правда? И, в общем, вот такие вот две линеечки с футболом. Ну, давай, показывай свою сумку. Да, еще раз. Зеленая вот такая вот. Это ему для сменки на футбол. Та у него порвалась. В общем, он выбрал другую. Варюшка взяла вот такие вот. А, нет, это Артемки, да, карандаши цветные? Вот, ну, обычные. Ми-ми-ми. Обычные карандаши. И Варюшка взяла вот так себе два набора. Так как вот здесь вот яркий красный, вот здесь красного особо нету. Зато но... здесь кожаный цвет. Кожаный, телесный. В общем, вот так вот цветные карандаши. Дальше, естественно, обложки на тетрадки. Многие, кстати, часто забывают их покупать. Если честно, я тоже забыла, пока Варюха мне сама не напомнила. Так что, Варь, ты молодец. Подожди, сейчас мы все в тетрадке покажем обязательно. А, вот такие вот карандашики простые. Это Тёмки с футболом. Обычные карандаши. Вот эти вот очень хорошие карандаши. Вот эти вот. Да, тоже с футболом. И Варюшка еще взяла вот такой вот цветной, видите? Вот. Так, ну и давай теперь, наверное, покажем. Я просто не буду долго зацикливаться на этих тетрадках. Тёмка поначалу искал все с футболом. Но я потом его уже уговорила, говорю, Тёмка, ну ты так пойдешь в школу вот с тремя тетрадками. Потому что с футболом очень сложно что-то найти, да, Варюнь? Вот. И потом уже Тёмка начал что-то выбирать уже другое, конечно. В общем, вот такая вот тетрадка Тёме, Варе, Варе, ясно, понятно, ок, Варе, хватит пялиться, Варе, крутяк, ништяк, Варе. Чё она помятая такая, нифига вы ее помяли, смотри, ну ладно. Так, Тёмке, такая Тёмке, Варюшке. Варюшки. У тебя, кстати, похожая была тетрадка. Ну да. Варюшки. Смотрите, какая блестящая. Ой, какая это красивая. Мама, там Сёма была, я. Да. Ой, еще одна какая. Ой, какая красота. Где мои? Да подожди, подожди. Вот еще у Вари. Красивая. Угу. Вот такая. Это тоже. А Варя. Почему? Подожди, подожди, там будет еще Вари. Нифига себе, Варя, ты полмагазина скупила. Варя, ну, у Варюшки, как бы, тетрадки отлетают ого-го, как быстро. То есть, а в третьем классе еще больше писать, естественно, да ведь?
Поэтому тетрадки нужны. Мы целый год подкупали. Сколько мы бы ни покупали, их было мало, да, Варюнь? Ой, я даже не видела. Смотрите, какой смешнулька. Так, вот Тёмкины пошли. Ну, это можно, я даже не говорю, что это Тёмкины. Машины. Так, вот такая машина. Угу. Дальше. Наушники. Да, вот так она. Угу. Так, кеды. В общем, сначала Тёмка увидел вот этот альбом, да? С футболом. Но! А4! Естественно, они взяли еще А4 альбомы для рисования. Один Варюшке, другой Тёмке. Ну вот, это все наши покупки. Классные, да? Да. Ну, классные. Жалко, что только один рисунок у А4 был. Ну, если бы было бы больше, наверное, мы бы взяли больше бы, да? Я мечтала. Классный? Да. А4, да, Тём. Еще мечтала А4 увидеть и с ним сфоткаться. О, вот это вот детские мечты у вас. Странно. А у тебя какая мечта? Увидеть Ольгу Бузову? Да нет, нафига она мне нужна? От кого ты? Пойти на концерт этот. Марии Карандели. Да. Я бы не отказалась, честно. Мам, мы еще не показали. Вот. А, еще Варюшка взяла себе тоже вот стаканчик. Только решила. Она сначала положила в корзинку с крышечками, да? Потом да, увидела ученый. Вот этот. Тебе цвет понравился, да? Да. В общем, вот такой взяла. Ну, хорошо. Угу. Я хочу сейчас протестировать. Как вам покупочки, клёво. Варюня? Клево? Да. Ну, здорово. В общем, сегодня решили взять чипсы. У нас папа вообще в ночную пошел, так что мы втроем сегодня будем кушать, да? Да. Вы опять не обижайте. Ну, в общем, открывайте чипсы, высыпаете их. Во! Отлично. Ням-ням. В общем, знаете, что до 1500 подписчиков, как ты думаешь, сколько осталось? Два. Да, прям. В общем, 9 подписчиков осталось. Совсем-совсем чуть-чуть. Я уже жду розыгрыш, хочу провести, а что-то все никак не доберем, эти 1500. Давайте подписывайтесь, начнем крутой розыгрыш. Столько подарков ждет. Да. Вот. Если у вас есть возможность посоветовать наш канал вашим друзьям, кому-то еще, если вам нравится смотреть, посоветуйте его своим друзьям, родственникам и так далее. Возможно, им тоже понравится смотреть, они подпишутся. Таким образом, мы наберем 1500, и будет гигантский розыгрыш призов. Да, Варюня? Да. Вот, если вы это сделаете, я буду безумно благодарна, прыгать от счастья, потому что 1500 это уже прям приличненько. Тёмка надел свои очки новые. Купили Глори джинс. Тут чуть-чуть видно. Что там? А, ты не до конца ее, да? Оторвал. В общем, такие очки, которые, видите, как делаются? Да, отсвечивают. А там просто черные. Тебе нравятся такие, да? А почему здесь вот так? Всё? Ну, это такое напыление сделано. Здесь? Да, чёрное. Напыление такое. В общем, будем с вами прощаться, хорошо? Да. Говорим вам всем пока-пока. Пока. Спасибо за то, что провели этот день с нами. И увидимся с вами завтра. Пока.